В выходные в Балхаше сгорела трехкомнатная квартира. За 2 дня на жилплощади произошли 2 пожара. 8 жильцов 1 подъезда эвакуировали. ЧП произошло в квартире на 1-м этаже в микрорайоне Сатпаева. Первый раз сигнал о пожаре спасателям поступил в субботу. Тогда из-за короткого замыкания произошло горение и задымление в коридоре квартиры на площади 5 квадратных метров. Тогда на тушение выехали 10 пожарных и 3 спецмашины. Второй раз жилплощадь загорелась сегодня около 1:30 ночи. Владельцев квартиры дома не было. Пожарных вызвали прохожие. На площади 20 квадратных метров горели мебель и вещи. Чтобы полностью потушить пламя, спасателям потребовалось около получаса. Эвакуировали 8 жителей подъезда. По предварительным данным, огонь вспыхнул в дальней комнате квартиры. Точные причины и обстоятельства пожара выясняются. Слышу, ко мне в двери стучат. Я выскочила, полная этого дыму, не пройдешь, еле-еле вышли мы. Какой-то парень меня вывел, короче, и это. А вот вчера ночью во 2:00 загорелась, я слышу запах, не спала. Открываю опять, я как заорала на весь подъезд, говорю, люди, мы опять горим. Неравнодушных балхашцев приглашают помочь нуждающимся детям. В городе стартовала республиканская акция «Дорога в школу». Помочь собрать школьные принадлежности может любой желающий. В прошлом году при поддержке предпринимателей и организаций города собрали около 1 000 000 тенге. На эти деньги 60 школьникам из малообеспеченных семей приобрели учебные принадлежности. В этом году по указу президента страны благотворительная акция «Дорога в школу» началась на месяц раньше. С 1 июля по 30 сентября жители города смогут помочь нуждающимся детям собраться в школу. В дар принимают все – одежду, канцелярские принадлежности и деньги. Подробную информацию можно узнать в городском отделе образования в 13-м кабинете. Приглашаем участвовать в акции «Дорога в школу» предпринимателей и организаций города, а также неравнодушных жителей. Помочь собрать школьные принадлежности может любой желающий. Медицинским работникам в Карагандинской области выдадут 100 квартир. Такую возможность получат молодые врачи, которые поедут работать в регион по программе с дипломом в село. Кроме того, выпускники медвузов смогут выбрать дизайн и спроектировать квартиру по своему вкусу. На выбор будущих сельских докторов 100 квартир в 3 домах. 28 из них находятся в Каркаралинске, 60 квартир в Темиртау, еще 12 в Каражале. Заявки принимают от всех специалистов, однако предпочтение отдадут акушерам-гинекологам, неонатологам, инфекционистам и врачам общей практики. Помимо стабильной работы, выпускники получат социальную поддержку, подъемные в размере 250 тысяч тенге. Чтобы подать заявку, участники должны обратиться в районный акимат и собрать необходимые документы. Большой концертный зал во Дворце культуры закрыли на ремонт. Рабочая бригада занимается обновлением стен и потолка помещения. Такие же работы проходят на 2-м и 3-м этаже здания. Специалисты подрядной организации красят элементы лепнины в Большом концертном зале. Помимо белоснежных фигур и рам картин, здесь полностью обновят стены и часть потолка. Для этого поверхность покрыли грунтовкой, после сделали шпаклевку. Следующий этап – покраска стен масляной краской. На данный момент основные работы выполнены. Сейчас мы ждем комиссию, которая должна выбрать цвет покрытия стен в большом зале. Как только определится с цветом, приступим к покраске. Кипит работа и на лестничных площадках и коридоре здания. Здесь бригада выравнивает потолки и стены для дальнейшего покрытия краской. Другие специалисты занимаются покраской радиаторов отопления. Такие же работы уже завершили на 2-й половине Дворца культуры. Лестничные перила обрели бело-золотистый цвет, а стены площадки белые. На сегодняшний день ремонт завершен на 70%. Все строительные материалы привезли в срок, поэтому рабочие стараются вовремя завершить ремонт, даже немного раньше графика. На участке работают 30 человек. Всего на 3-м и 2-м этаже здания отремонтировали больше 30 кабинетов. Еще в 3 помещениях завершают работы. До конца августа во Дворце культуры обновят 700 квадратных метров стен и потолка в концертном зале. Еще около 600 квадратных метров покрасят в коридорах и лестничных площадках. На новые заменят 30 кабинетных дверей и отремонтируют 3 санузла. Ахмарал Куатбекова, Серик Кисебаев, Уркин Медиа. Казахстан оказался на 1-м месте в рейтинге по количеству самоубийств в Центральной Азии. Такую статистику привели по результатам 30-летних наблюдений на лекции в Душанбе.
Как выяснилось, ежегодно по всему миру около 1,5 миллиона человек кончают жизнь самоубийством. 76% смертей происходят в странах с низким и средним доходом населения, а 60% из них в странах Азии. Даже тот факт, что население региона в основном исповедует религию ислам, не влияет положительно на попытки снизить показатели по самоубийствам. Больше всего суицидов совершается в Казахстане, на втором месте Туркменистан. Далее идут Узбекистан и Кыргызстан. Несмотря на то, что в Таджикистане этот показатель ниже, там наблюдается тенденция роста.